Ребят, всем день добрый. Сегодня у меня очередной вылуп кекликов. Здесь было в порядке 43 яиц только из-под кур. То есть у меня курочки квочки были, я под них заряжал яйца кекликов. Вот. А потом 20 дней курочки сидели, высиживали. Вот. Я решил забрать, потому что на улице холодно, птенцы сразу сдохнут под курами. Но это не Таджикистан, что тепло там, ночью там плюс 20. А здесь бывает ночью плюс 6 летом в Московской области. Так что ночью холодно, и они умирают, поэтому я забрал их. Вот уже вылупляются, вот один, вот второй вылупляется, несколько штук еще осталось. Вот из 43 штук, ну, будем считать, 10% брак получается, ну там с трещинкой туда-сюда. То есть вот скорлупа ихняя. Вот, ребят, у меня вылупились шайка атаманов. Сразу скажу, на башке зеленкой я мазал. Это все, которые вылупились из-под кур. То есть 20 дней кура сидела, курочки сидели. Я забирал и сразу в инкубатор. Вот. Потому что там у меня, когда курочки сидят, петушки их топчат, курок, и мучают их. Яйца могут ломать. Много яиц сломали они. Вот, ребят, вот здесь вот только вот вытащил. Вот. Ну, здесь тоже хватает. Полно хватает. Ночью свет отключили. Ночью свет отключен был. Ну, то есть не свет, а лампы перегорели. Ночью перегорели лампы. Ну, падеж был. Две десятки умерли. Ладно, ничего страшного. Что Бог дал, все к лучшему. Значит, переходим сюда. Вот, ребят, вылупляются. Вот это у меня 17 числа был заряжен, а верхний 26, то есть через 10 дней еще. Вот. Так что этот инкубатор у меня очень хороший. Безумно хороший. Сейчас вытаскиваем, сколько вылупились. Сколько же вы тут вылупились-то? Что там маловато? Три штуки. Раз. Два. Вот сюда пока поставим. Вот сюда. Сейчас сразу уберем их. Три. Три штуки. Так, пустая скорлупа. Раз. Сейчас мы по пустой скорлупе посчитаем. Два, три. Все верно. Все верно, три штуки. Они могут еще упасть. Сейчас, минуточку, ребят. Они могут упасть еще. Вот туда назад могут упасть. Вот назад могут упасть. Я никого. Значит, ребят, еще раз попшикаем. Попшикаем. Все.
И включаем режим. Пусть еще крутится. Остальные вечером приеду, посмотрю. Убери голову, голову убери. Приветствую. Вот уже бегает под ногами уже. Уже бегает под ногами. Раз, два, три. Уже бегают под ногами. Так, сейчас минуточку. Закидываем их вот сюда. Вот, ребят, уже закинули. Не буду считать, но здесь более 60 штук. Здесь более 60 штук. Инкубаторы работают. Кто зеленкой покрашен, это из-под кур. Зеленкой покрашен, это все из-под кур. Вот здесь много зеленкой покрашено, просто не видно. Они еще мокренькие, еще не видно их. Так что вот, ребят. Вилуп есть, через 10 дней еще будет вилуп. И на этом все, в этом году все. В этом году у меня хорош уже. Здесь молодежь гуляют, бегают, жарко там. Свет отключается и все. Могут вообще дохнуть. Очень плохо. Очень плохо. Ну что делать? Я не постоянно здесь. Я могу уехать далеко, например. Приеду и все. Ну, отсюда вот отъедешь. Пришел. Приехал. Давно, оказывается, свет отключен. И падешь. Ну ладно, что Бог делает, все к лучшему. Так что сегодня вечером еще подождем. Еще будет молодежь. И наверху еще будет. И потом верхний инкубатор отключу. И все. И в этом году хороший же верхний инкубатор, пусть отдохнет. А нижний через 10 дней еще раз, то есть... снимаю, через 10 дней еще возьму молодежь, птенцов, и все. И в этом году не буду больше заряжать. Вот, так что вот, ребят, вот такие вот дела. Нижний брудер свободный, верхний тоже свободный. Так что вот так. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.